Передачу 200 тысяч евро в качестве взятки подтвердил и еще один свидетель. В Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о взятке экс-губернатору Никите Белых. Продолжается допрос свидетелей. В этот раз показания дали Алексей Пыхтеев и Владимир Сысолятин. В 2012 году Сысолятин был генеральным директором Нововязского лыжного комбината. В ходе заседания он подтвердил, что действительно передавал деньги для Белых от Альберта Ларицкого, собственника НЛК, через зама губернатора Черчкова. Свидетель назвал точную сумму – 200 тысяч евро, а также описал пакет, в котором она находилась. Он стал вторым человеком, который озвучил факт передачи денег за покровительство предприятию. В ходе заседания прозвучала фамилия бывшего главы Кировской полиции генерала Солодовникова, якобы по его просьбе Сысолятин был уволен с НЛК. Также в суде допросили Алексея Пыхтеева, близкого друга Никиты Белых. Свидетель отметил, что через Черчкова с ним добивались встречи сотрудники ФСБ. Он считает, что на него пытались давить. Напомним, сейчас Белых подозревает в получении взяток за покровительство НЛК на общую сумму в 600 тысяч евро. Следующее заседание состоится в среду, 13 декабря. В суде снова допросят Юрия Зутхаймера, одного из собственников комбината.